Я думаю, значит, для фронтовиков источником мужества было, это, конечно, вот, защита Родины своей. Вот. Значит, местные сейчас эти корреспонденты и прочее выдумывают разную чепуху, что это значит за Родину, то есть за Сталина там, значит, или за кого-то другого, за какую-то личность. Все это было, конечно, за Сталина, но в основном, значит, это было только за Родину, за своих, значит, родственников, за своих матерей, вот, и отцов. Вот, только так, только за Родину. Только практически было вот это вот. И ненависть к фашистам, она была настолько серьезной, ненависть, поскольку мы, освобождая, значит, наши населенные пункты и города, видели просто вот такие вещи, которые трудно было вот так словами передать. Ну, например, после бомбежки вот населенных пунктов, значит, видел рядом, я как раз упал здесь, попали под бомбежку, встаю, отряхиваюсь, вот, 10 метров разрушено, этот дом разрушен. Вот, подхожу, смотрю, значит, лежит женщина, убитая около койки. Вот, в 2 метрах лежит ее, значит, сын или девочка, после ребенок маленький. Ну, разве после таких можно, вот, что-то, значит, ну, что-то терпеть? Невозможно же. Вот, поэтому это тоже был такой стимул, что ли, значит, наш мстительный стимул, что ли, побольше помстить, получше воевать. Вот это вот было у нас такое.